Макс, а что Никита такой смурной? Ян девчину запросил. Дочь декана, и теперь надеется, что она придет. Никита, это что, правда? Никита, да не хвалюсь ты, яна обовязково прийде. Да не парься, придет, конечно. Энергия, чувствуете? Энергия прет. Мы порвем зал. Не ведаю, мне тут нечто не подобается. Тут, сдается, гук недостатково глубокий. Фигня. Они все любят глазами. Ну-ну. Да. Да, звук не очень. И Стас. Стас, давай без попсовых замашек, ладно? Ребята, вы опять за старое, надоели уже. Ну чё, парни, готовы? Клуб битком, погнали! Погнали. Ну чё, Стас, зажжём? Бодрячком, пацанчики! Да куда бодрее! Решаня! Женя! Привет, Минск! Как настроить? Мы благодарим всех, кто сегодня пришел поддержать нас. А пришли многие. Группа «Перфект» с первым сольником этой осени. Ну все, порвем этот курятник. Я хочу твое, может, ты меня не хочешь. Шут, так дрянно, мне так дрянно, темно. Отшукай меня, и мама, забери меня не домой. Вода, час над рекой зизном. Кровь бы вода, утекая, 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 утекая. Кровь бы вода. Как говорится, хорошего понемножку. Вокал Стас Чайкин. Бас-гитара Вован. Где этот человек? Вован, просто, без фамилии. У таких фамилий не бывает. Ударные. Григорий Бачила. Клавиши. Рэп-вокал. Человек в шлеме настоящего танкиста. Сподар Макшвед. Автор всех песен, а также гитара и вокал Никита Мицкевич. Ну что ж, это все. Но напоследок еще немного. Поехали! Группа «Перфект». Алкоголь — это я. Здрасте. Привет. Классно стучишь.
Спасибо. Ну, сегодня ты играешь трэш, а завтра бабу свою съешь. Давайте. Извините. Окей. Девушка, подождите. Сюда. Ты что сказала? Шаня, терпи. Так. Ай! Тихо. Руки убери! Ладно, взрослый ж человек. Да не размазывай. Ой, Грег, когда ты успел? Ты их повалил всех, Никита! Нет, тут ступеньки верю, такие скользкие. Конечно, ступеньки. Шампанское! Ну, как всегда, по 120. О! Только все не тратьте, нам же еще давай, альбом записывать. Давай. Скорей бы. Давай. Держи. Никит. Так, держи. А что, нельзя было водки держи мне налить? Гриша для тебя старался. Ты ее и сверху, и внутрь. Ну что, народ в зале, это бабло. Бабло — это успех. За успех. Да, за успех. За успех, да, пацаны. Ой, давайте уже. Ай, нифига это не успех. Ты че, Никит? Не шампанское, а компот какой-то. Да, Грег, компот. Ты как всегда прав. Только фальши много. Никита, блеск — это не фальшь, это блеск. Людям нужен блеск. Пойми, people любит блеск. Да мне пофиг, что любит people. Просто попса это уже достало. Держи, Грег, должок. Обращайся, в одном дворе выросли. Двадцончик, поменяет кто-нибудь? Я на буду калить, не супрать. У Вильню хочу съездить до сябру. У Киеве так само давно не был. Ну, съезди, почему нет? Хочешь, не хочешь, а попса делает деньги. Пойми, поп — это жратва. No pop, no food. Философия. Что-то я не видел, чтоб роллинги голодали. Ну, пацаны, реально, надо же развиваться, звучание искать. Высказываться, в конце концов. А мы превращаемся в однодневку. Ты же ничего не понимаешь в шоу-бизнесе. А ты уже все понимаешь. Я? Да ладно, ладно, ребят. Понимаю. Ребята, перестаньте. Нет, он все понимает. Ребята, перестаньте. Угу. Мы же хотели вместе все отметить. Никита! Короче, он не едет. Поехали. Нет! О, подожди, бан! Подожди. Погнали. Погнали! А где... Яна? Да. Привет. Не отвлекаю? Привет. Отвлекаешь. Ты меня прости, что мы не встретились потом. Ну, после концерта. Вам какой знаешь, букет? Розочки? Хризантемы? Вот так. Дайте одну розу. Ты мне? Готов искупить. Сколько? С вас 50 тысяч. Хорошо. Ага. Тогда давай пообедаем в Ренессансе. Ну, хорошо. Давай там. Ты уверен? Пожалуйста. Да, я же говорю, приглашаю. Ну, до вечера. Алло, Грег, здорово. Слушай, тут такое дело, можешь денег занять? Опять? Да ладно, ладно, я так, на всякий случай. Макс, здорово. Слушай, хочу денег у тебя перехватить. Не, я же Вильню собираюсь. А, ну давай, пока. Гера, ну хоть ты денег долгани. Ты сдай кровь, нормально платят. Да иди ты, сам сходи кровь сдай. Тоже мне друзья. Ну,
Но вы можете записаться на любое другое время на следующей неделе. Да, Кондратович пока не принимает. Вас примет другой врач. Но если вы так хотите к Ольге Викторовне, на следующей неделе в любое время. Да, вас примут по записи. Хорошо, тогда в среду в 10. Угу. Здрасте. Пожалуйста. Здравствуйте. А я кровь сдать. С Розой? Почему нет? Возраст? 20. Группа? Ну, у нас рок-группа. Перфект. Группа крови? Первая отрицательная. Карточка есть? Mm-mm. В первый раз, что ли? Ага. Фамилия? Мицкевич. Никита Мицкевич. Холост. Вот возьмите. Сейчас идите в 23-й кабинет. Это направление. Сдадите анализ крови на все вот эти инфекции и на ВИЧ. О, блин. А это долго? Думаю, завтра-послезавтра будет готов. Спасибо. Пожалуйста. Зачем кровь сдаешь? Ну, как зачем? Денег подзаработать? Денег? Нет, ну если кому-то помогу, тоже неплохо. Так. Ну, готов? Поехали. Ну ты как? Все нормально? Да все окей. За справочкой придешь послезавтра. Зажми руку. Хорошо. До свидания. До свидания. Привет. Это тебе. Спасибо. Извини, опоздала, парковалась долго. Да ничего. Отлично выглядишь. Спасибо. Тут косячок, короче. Приработок должен был прийти, но обломался. Так что ренессанс отменяется. Глупости, давай я тебя приглашу. Нет, ну ты что? Да ладно, Никит, мне не трудно. Нет, я за твой счет не пойду, серьезно. Как ты себе это представляешь? Ну, хочешь, просто так погуляем. Ну, что-нибудь придумаем. Высоты боишься? Нет. Идем. Куда? Идем, идем. Как-то так. Добро пожаловать. Нравится? Угу. Мне тоже. Ну как тебе концерт, понравился вчера? Понравился. Не все, но музыка, аранжировка. А вокал? Я уже, наверное, переросла такой стиль исполнения. Тем более, я сама занимаюсь профессионально вокалом.
Я тебе подарок, кстати, принес. Моя музыка. О. Послушаешь в машине. Спасибо. Ну, там так, ничего особенного. Я смотрю, ты неплохо подготовился. Лучший подарок на сегодня. Да? Нет, цветы тоже красивые, но... В общем, я не из тех девушек, которые прыгают от радости от букетика цветов или яркой бижутерии. Ну, простите. Нет, не обижайся. Я понимаю, что это так надо. Весь этикет, парень, девушка, свидание, цветы. Логическая цепочка. Но это же все бессмысленно. Согласен, идиотизм. Мне когда 18 исполнялось, знаешь, что я попросила у папы? Каска на машину. Забавно, да? Подруги не поняли. Ну, давай за... здравый смысл. Знаешь, я вот... хоть убей, не могу понять, зачем ты со мной встретилась? Нет, ну правда, мы разные. Не поняла. Нет, ну ты подумай. У тебя папа декан, мама дипломат. С детства все самое лучшее. Репетиторы, деньги... путешествия. А у меня что? У меня папа мент, мама училка, гитара и никаких перспектив. И что? Тебя это давит? Что именно? То, что ты сейчас сказал. Нет. Ты занимаешься любимым делом. Ну, конечно. Ты хочешь меняться, чтобы кому-то нравиться? Нет. Вот и ответ. Хорошо, что мы не пошли в Ренессанс сегодня. Угу. На крыше было здорово. Да, здорово. Не хочешь зайти? Отец уехал на дачу. Да холодно! Оп, проходи. Ой. Осторожно. Есть? Нет.
Здравствуйте. Папа, это Никита. Поздоровались уже. Я да, вы нет. Папа, Никита уже уходит. Да, в следующий раз поговорим. Давайте, чтобы следующего раза не было. Ну, не Никогда. Вам... Никогда. Не вам решать. Что это значит? Это значит, что мне 20 лет. И в 20 лет я хочу встречаться с молодыми людьми. Встречайся! Встречайся! Но с нормальными. С нормальными? Это с теми, которые тебе нравятся? Знаешь, папа, если тебе не нравятся, ты с ними и встречайся. А я уж как-нибудь сама разберусь, окей? Яна! В Прибалтике тяжелейший экономический кризис вот-вот перерастет еще и в кризис... Свет, я тебе не говорил. Нам зарплату повышают. Вам, да. А не всем же сразу. Будет стабильность, будет все остальное. Никит, поешь. Спасибо. Как показывают, так оно на самом деле. Во всем мире бардак. Ладно, мам, спасибо. Никита, я там уже переговорил. Может, все-таки переведешься в Академию милиции? Спасибо. Подумай. Спасибо. Вот упертый. Ну что они там лобают в этой своей группе? Может, вообще какой-то хренью там занимаются? Ты лучше на это взгляни. Что это? Выписка по кредиту. Ты на проценты посмотри. Умышленное разглашение медицинским работникам без профессиональной и служебной необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского освидетельствования или разглашения врачебной тайны наказываются штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Так, у кого звонит телефон? Ребят, ну я же просил выключать мобильные. Извините. Это неуважение к преподавателю, неуважение к коллегам вашим. Продолжим.
Например, деяние, повлекшее по неосторожности смерть пациента либо заражение ВИЧ-инфекцией, наказывается ограничением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. О, здорово, Соколов, ты бы еще завтра пришел. Ладно, давай. Здрасте. Вчерашний вечер. Папа был просто в бешенстве. Знаешь, два высших образования, доктор наук, профессор. Он просто реально растерялся. Он мешать будет? Не будет. Поверь мне. Ну, а вдруг? Тогда я просто уеду из их квартиры. Извини. Алло. Я. А, донорский пункт. Окей, хорошо, подъеду. Деньжата намечаются. Подбросишь меня? Угу. Здравствуйте! В эфире Альфа-Радио, и сегодня у нас в гостях солист группы «Перфект» Стас Чайкин. Здравствуйте, Стас! Здравствуйте! Вчера у вас состоялся сольный концерт. Расскажите, как это было? Мы просто порвали зал. Я видел их глаза, их лица. Энергетика была бешеная. Вот это был концертище! Идиот. Неужели он не понимает, что единственное, что есть хорошего в этой группе, так это твоя музыка и твои тексты? Нет, ну... Так тоже нельзя говорить. Это всего лишь мое мнение, я его высказываю. Ну, мы все-таки команда. В каждой команде есть лидер. И в этой да команде мне это лидер не интересно. Ты. Мне интересна музыка. Где лучше остановиться? А вон там, чуть дальше. Так ты кровь сдавал? Ну, это все ренессанс. Да, вот здесь, спасибо. Ну что ж, я пошел. Угу. Созвонимся? Угу. Созвонимся. А ты куда сейчас? Уже, наверное, на маникюр. То есть все-таки маникюр? Ну, я думаю, что с неухоженной свиньей даже рокерам было бы неинтересно. Согласен. Ну, пока. Пока. Никита! А? Тетя Зина, вы-то что делаете? Ой, что я делаю? Я перевелась из второй клинической. Mm-hmm. Да, 2 дня работаю, 3 отдыхаю. Ну, красота. Ага. Ну, а как? Родня живет. Как мать. Да, по-старому все. По-старому. А ты здесь чего? Да я анализы пришел забрать. Крови, да? Ну все, тетя Зин, я спешу. Ага. Приветы всем передавайте. Угу. Угу, все. Ну беги, беги. Кабинет какой? Да вот сюда, в 16-й. Ага. Геннадий Петрович,